Итак, мы с вами подошли к металлоискателю. Это вход, пункт проведения экзамена. Участники государственной итоговой аттестации допускаются в пункт проведения экзамена при наличии паспорта. Только. Здесь? Да. Пожалуй, поэтому прошу вас раскрыть паспорт на странице номер 3 и пройти через металло. Вас уже проверили. Пройти через металлоискатель. Пункт проведения экзамена. Нет. Нет. России, в нашей области в том числе. Хочу сказать, что год от года эта процедура становится все более объективной, все более прозрачной. И с 2018 года в Саратовской области в штатном режиме проводится процедура печати экзаменационных материалов в аудитории каждого пункта проведения экзамена. И, соответственно, сканирование тех бланков, которые сдают ребята по мере написания в штабе пункта проведения экзамена.